Проблема обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды становятся все более острыми. Их нерешенность негативно влияет на качество жизни населения, ведет к повышению социальной напряженности. Техногенная нагрузка на окружающую среду является основным фактором, определяющим экологическую обстановку в округе, которая в ряде регионов округа остается сложной. В ходе сегодняшнего мероприятия и при подготовке обобщены предложения федеральных органов власти и регионов округа для принятия дополнительных мер по обеспечению экологической безопасности. И я надеюсь, что они сегодня будут обсуждены и выработаны необходимые меры, которые будут включены в итоговое протокольное решение. Мы являемся регионом лидером по привлечению финансирования, по осуществлению соответствующих мероприятий, по строительству очистных сооружений, по сокращению сбросов в Волгу загрязненных вод. Задача стоит прежняя по завершению национального проекта сократить такие сбросы в 3 раза. И я уверен, что наша любимая Волга, наша главная артерия станет чистой, и от этого всем станет лучше.